Всем привет. Ну что, пережили праздники. Теперь будем бороться с излишками нашего набранного веса. И надеюсь, мы вес победим и все остальное тоже. Надеюсь, что у всех сегодня хорошее настроение, хорошее здоровье. В общем, сегодня я достал из архива очень интересные вещи. Лет 15 назад, может больше, не помню, я покупал у американца одного шкаф, такой металлический, и он мне отдал с тем всем, что было в шкафу. Когда я привез, разобрал, там, в общем, мне нужные вещи были, и кроме всего барахла я нашел несколько журналов. Вот сейчас я вам хочу представить вашему вниманию, в общем-то, очень интересные вещи. Это журналы на английском языке «Национальная география», февраль 13 года. Обложечка немножечко подорвана. Вот. И второй журнал. Какой второй? А второй у нас октябрь. Вот, за октябрь. Здесь в начале вы можете посмотреть, о чем основные заголовки вынесены. На обложку вы можете посмотреть, о чем здесь они говорят. Но меня что интересует, это то, что здесь много интересных фотографий, много интересной информации. И так как я с публикациями связан, с рекламой, меня интересует, и, в общем, насколько продвинулась реклама по сравнению с, там, с 2013 годом. Пожалуйста, часы рекламировали, да, вот, что там еще, какие-то там энциклопедия Британика, вот, продавалась в то время, еще какие-то очень серьезные книги, да, в переплетах, вот. Много разных вещей. Поездки на кораблях. Вот. Много разной информации. Что-то похожее на холодильники. Даже представить трудно. Вот авторучки в 13-м году, какими американцы писали. Паркер, а? То ли дело. Сегодня мы за это платим огромные суммы денег. Вот. Щетка массажная, да? Типа расческа. Вот. Каждый журнал посвящен какой-то определенной теме. Вот, ну пойдем дальше. Это 13-й год, это самые старые, они немножечко обложечки порваны. Дальше пошли лучше. Январь 19-го года. Вот, январь 19-го года. Вот вам реклама. Все. Все, что здесь только чернила. Пожалуйста, вот чернила рекламировались, да? Chicago Today and Tomorrow, League of Nations, что там еще, медицина фейковая, еще там какая-то, вот, вот автомобильчики, какие уже рекламировались в то время, народ на чем рассекал по Америке, да, интересно, конечно, что тут у нас с обратной стороны, Листерин, да. Много интересных вещей. Так, следующий журнал это апрель 15-го года. Вот, 15-й год. И в нем Austrian и Italian Mountain Frontiers. Frontiers. Болгария и их женщины. И Kingdom of Serbia. Может, Сербия, но тут написано Сербия. Вот, смотрите, реклама пластинок.
Помните такие пластинки? Я еще такие пластинки крутил в молодости, да? Вот, вот резина, какая, протектор какой, да? Тогда, наверное, не было зимняя, летняя. Это сейчас у нас уже тут и шипованная, и не шипованная. В общем, все, что... Вот какие автомобильчики уже, кабриолеты были, да? Вот, и это все было уже в 15-м году, ребята, в 15-м году. Так, вот знаменитая Colgate паста. Они рекламировали Colgate. Это май 15-го года. Вот вы можете почитать, о чем здесь. И пишут 24 страницы in 4 colors. Мама мия. В 4 цвета уже они. Вот, смотрите. Уже цветная печать. И я вам скажу, достаточно качественная печать. Вот. Интересно, о разных странах они тут пишут. Что тут еще? Вот. Посмотрите рекламку в журнале «Июнь» 1915 года. Ребят, 100 лет держу в руках, а? Венес посвящен Венеции, да? Вот, также пластинки, певцы. Что тут? О, я этого даже не видел. Смит энд Вессон. Смотрите, любители стрелкового оружия. Вот, предлагают Смит энд Вессон. Я такой даже в руках не держал еще. Очень интересно. Короче говоря, вот кабриолетик какой-то. Вот, видно, да? Вы можете потом почитать. В общем, это 15-й год. А вот этот 23-й год, смотрите. Женские часики. Все разрекламировано. Ноябрь 23-го года. 20 years pages in full color. 24 pages. 24 в полный цвет. Что ж они тут... Вот. Это была печать в полный цвет. Какие-то лошадки. Вот, уже полный цвет печатали. Достижение на то время. Очень интересно. Вот, часы. Автомобили. Так. И перед тем, как... Так, последний журнал. Май 43-го года. Май 43-го года, он посвящен, значит, войне. Здесь очень много, значит, военных фотографий, рисунков. Самолеты, корабли, подлодки, трудяги, работяги. Но вот военные везде. Интересно. И этот номер посвящен Советскому Союзу. Тут очень много о Советском Союзе. Вот бронепоезд. Летчики русские. Потом я посмотрю, кто они, что они. Вот. Трактора. Строительство коммунизма. Вот. Сталевары, Москва, Красная площадь с усыпальницей праха Ильича. Вот, сталевары. Чё там? Как говорили? Заводы рабочим, колхозникам поля, а власть советам. И здесь вот есть карта. Карта
Советского Союза и других республик. И где же тут еще одна фотография, которую хотел показать Виссарионович? Вот. В общем, интересные журналы попали в мои руки. О, как они. Объявления, реклама, все. В общем, кому будет интересно какие-то фотографии, кто интересуется этими вещами, я смогу поделиться с вами. Мы можем отснять, сфотографировать. И последнее, что было в этом шкафу, это карта Карибского моря. Так, чтобы вам не показать ее кверх ногами. Вот, пожалуйста. Куба и все, что вот дырка даже есть, могу подсматривать через нее. Вот, ну хорошо. Это, значит, очень качественная бумага. Значит, это Центральная Америка, Карибы, Порто-Рико, острова Карибского моря. В общем, интересная карта, надо будет ее взять в рамочку. Она напечатана, ребята, в 2013 году. Вот такое сокровище я нашел. Оно лежало давно, но я вот сейчас разбираю мои архивы, бумаги. И потихоньку нахожу вот такие вот интересные вещи. Пишите, комментируйте, если вас интересует это, могу поделиться фотками. Все, всем хорошего настроения, здоровья, успехов. В общем, 17-й год. Держитесь. Всем пока.